И все-таки не удержался, сошел с обратного пути. Вот оттуда я иду, вот должен идти туда. Ну что здесь такое, а? Может, откроется что-то интересное? Не знаю, что там открывается, не открывается. Вот так вот. Нет, наверное, дальше нет смысла идти. Опять кажется, все это близко. Тут на планере лететь не так близко, наверное. Безопасно совершенно. А пешком? Чего вот я бросил дорогу? Ну что-то там ложбина какая. Ну вот сколько я пройду, чтобы что-то увидеть занижение? Нет, не пойду я. У меня уже чуть ли не мозоли на ногах собираются образовываться. В таких люксовых тапочках. Интересно. Что-то там шебуршит немножко. Да и времени. Если все по плану, ток-ток. Чтобы не навести раздумья какие-нибудь. Кого-нибудь. Так, так, так. Вот они опять эти неудавшиеся подсолнухи. Вырубай. Идем туда и на. И вот возвращаюсь вдоль этого неизвестного соломенного поля. Все-таки один предательец нашелся. А может даже не один, если внимательнее. Вон они, початки. Все-таки отсюда, видимо. О. Собранное поле. Или они так все и болтаются? Непонятно. Их скашивать буду, что ли? Я не знаю. Ну вот же, початочек готовый. Отсюда. Все-таки это кукуруза и есть. Ну это же как... Метелка какая-то торчит сверху. Початки-то внизу. Наверное, ждут укоса своего. Ладно, все. Ну что, рулим вот домой, отсюда. И обратно, он в бугорке будет. Деревушка, село, хоть и нет уже церковки. Красота, вообще говоря, хоть уже ноги устают. Хорошо. Все. Это все уже было, это все должен был я уже показать. Скорость замедлена. Проба. Это вот деревня на возвышении уже получается. Трясу, не трясу, скорость меньше. Может, лучше должно хорош. Здесь скорость не в 4, а в 2 раза снижена, то есть газов 60. Что это дает, посмотрим сейчас. Вот она, наш ориентир. Вот там что такое, не тропинка ли? Может, там есть мосточек? Вот это надо будет поиметь в виду.
может, все-таки тогда там пройдем. Что, конечно, сомнительно, но было бы желательно. Все, выключай. Так, только что проехала машина. Не слева к нам, а слева направо. Вот там направо, за синеньким ящичком, что-то легко проехала машина. И что? Обходить все это дальше или все-таки пуститься здесь на какую-то авантюру? Но если впереди идет машина, какая же это авантюра? То, что она направо идет, то, что она реку не пересечет, она бы должна бы реку пересечь. В общем, идем направо тогда, за машиной. Вот я оттуда пришел, а сейчас пойду направо. Вот тут и дорога как будто не очень-то видно. Ну-ка, где она тут прорулилась-то? Так легко, как будто не в первый раз. Ну вот же, основная дорога здесь сворачивает. Нет, ну хотя и здесь вон дорога-то какая. И здесь дорога приличная. Да, не сказать, какая из них главнее. Вот, пойдем здесь. Поищем счастье. Может, через речку перейдем здесь. Практически дома уже. Вот они, холмики. Хороши, красивые. Вот на том я не был. Он хорош. Так, все, пока идем сюда. Охотничье хозяйство какое-то написано. Охотничье хозяйство, затон. Пользователь вент. Охота разрешена по путевкам и лицензиям. Интересно, на кого охота-то? Не на ботаников? Усталых путников? Странников. Интересно. Охота. Кабаны, что ли? Лисы? Непонятно. И куда он поехал? Охотится, что ли? Интересно. В общем, я чувствую, возвращаться придется. Вот куда эта дорога сейчас будет путь держать? Правее, конечно, не левее. Тогда все поворачиваем назад. Ой. Может, там еще глянем, куда там шло. Может, брод какой. А там болота могут быть. Нет, придется обходить все. Полчаса почти у нас есть. 10:34 по Москве. 11:30 по Саратову. Ну вот, смотри, основная дорога все-таки идет налево. Это же не отстой. Ну-ка, давай сюда тогда. Там вообще непонятно. Там какой-то так себе уже. Вот она, основная дорога идет вдоль все-таки. Подбирается к речке, ну не знаю. Долго она будет так подбираться. Где она будет искать свое место? Вообще, я думаю, ну должен же здесь быть проход-то. В конце концов. Тормози. Вот, наверное, та же высоковольтка. Только ближе к дому, но толку немного. О, идет куда-то дальше. Ответвление даже не видно. Глаза вот там осталось где-то. Опять я отхожу от дома в надежде, что вот дорога поворачивает налево. И там будет переход через реку. Все здорово, все красиво. Только время уже все. Усталости, возможно, мозоли. Сейчас вот посмотрим, что за поворотом, и надо решать опять вброд, назад. Может, здесь повезет чего. Не знаю, записывал я, нет. Вот сейчас записываю опять. Вот там я был, на полях у нее. Вот, а сейчас идет, неизвестно. Вот там Белгоза. Здесь я опять отхожу от дома.
Здесь река должна быть. Вот вся надежда, что за поворотом налево дорога придет через мост. Но не факт. Все хорошо, но надо бы домой. Уже усталость подкрадываться, время. Вот, добрели, знаете, здрасте. Вот она река. Никто и переходить не собирается. Да она и ее уже и не переплывешь такую. Она расширяется тут. Кошмар. Придется назад рулить, все чувствуется. Опять я у вольновки практически. А тут все как будто заманивает. Вот как будто тут лес расступается. Речку кто-нибудь будет переезжать? Вряд ли. Переплывать ее можно? Очень сомнительно. Вот так она идет, дорога по этой всякой чепухи. Вот. Красота, ну а что толку? Мы же не будем здесь калачиком сходить. Да, дорога так идет куда-то. Может, я не дошел до чего-то чуть-чуть. Потому что больной второй показать надо. Неизвестно. Ни карт, ничего нету. Вот, погибший подсолнечник. Погибший. Не вызревший. Все, до следующего года. Так, ну что? Дорога прямо, пофигу ему идти. Нет, все, назад. Здесь, ну как мы перейдем? Переплывать смешно. Ой, опять сугубо только назад. Сделаем. Набираем все усилия очередно. Ну зачем ты сюда опять отрулил к берегу? Как будто это что-нибудь дает. Потери силы, времени. Вон коровы там пасутся, только река как течет. И течет мощно. Что это дает? Да ничего. Идти надо старым путем. В очередной раз можно только убедиться. Даже если ты выйдешь к коровам, не факт, что там будет все нормально. Ну как тут перебираться? Никакого брода тут нету. Все это шутки. Ладно, пойдем на дорогу. Нечего испытывать судьбу. Никаких тропинок тут не видно. Ну что, слава богу, выбрались. Ужас. Сил на исходе. Весь употел. Надеюсь, что все нормально будет. О, нет. Все больно, новая машина у меня. Хуй его знает. Кого не знаю. Оглядывается все. Так, что тут видно? Где там дом? Без тарелки у нас. Значит, подали. Здесь гусаки должны были жить. Вон куры бегают по двору. А их куда выпылили уже? Куда-то уехали. Вон они ходят, гусаки. Боятся.
Ну что, еще чуть-чуть, ты дома. Ага. Если злая собака не сожрет. О, еще гусаки. Эти, надеюсь, щипать мне не будут. Эти на свободе. Ох, какой цербер. О, эти умные, культурные. Не знаю. Хорошие. Гусяки. Где наш дом-то? Где сворачивать-то надо? Ну там, наверное. Так, нумерации тут видно. Может и есть, но я не вижу. Черным что это? А, 29. Ну, 27-25 должно быть. О-о-о-о. Никто и не ждет, не волнуется. Я думаю, уже все плачут. А я уж и говорю, без меня тут все работают, никому до меня дела нет. Я пропал, и никому ничего, все равно. Я говорю, а Сашка говорит, он заблудится, и пойдем все искать его. А я говорю, а я не знаю даже, в какую сторону, не спросила. Леса тут нет, заблудиться сложно. Можно. Блуждали все, поэтому не говори так. Да. Еле приперся. Да, да, обрадовался. Ой, устал я, что это. Я это уберу, все, ой. Ой. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. Ой. Так, что там насчет попить-то? Осталась у нас вода-то. Ой, 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 ой. Ой, водичечка, водичка.